Всем привет! Сегодня распаковка посылок с сайта AliExpress для ногтей, возможно, не только. Ничего себе, как они быстро у меня пришли. Заказывала в разделе с друзьями дешевле, стоили они в районе 340 рублей. Это очень дешево для лосин, тем более для таких ярких. Резинка здесь... Кстати, резинки что-то они пожалели. А здесь вот она, резинка. Видите, где? Ну, она в любом случае, конечно, будет держаться. Что-то тут даже написано. Полиэстер, элька, 30 градусов стирка. Не знаю, налезут ли они на меня. Выглядят, кстати, неплохо. Все прошито. Сейчас, знаете, так модно ходить в лосинах, кроссовках и в топиках. Не знаю, буду ли я в них гулять, ну, бегать или на велосипеде кататься вполне себе можно. Ну, в общем, я померяю, я вам ставлю, как они смотрятся. В общем, заказала посылочку из магазина Fabian. Такие вот штучки интересные на ноготь. Они тут разного цвета. Золотые, бронзовые, серебряные. Декорации, так скажем. Мне они почему-то вот понравились. И показалось, что будет очень прикольно смотреться какой-нибудь дизайн с ними. Продавец, как обычно, в этом магазине кладет подарочек. Такую вот ленточку на этот раз положил. И сусальное золото разных цветов. Разных цветов. Потому что у меня вообще его нет. Вообще. Ни одного. Ни одного, ни одной штучки. Очень интересно. Это что? Это получается два золотых. Ой, оно такое воздушное вообще. Можно всякие дизайны классные делать с ним. Обязательно как-нибудь сделаем. А, это чисто золотая-золотая, это золотая с серебряным на другой стороне. Это чисто фиолетовая, бирюзово-золотая, красно-золотая и какая-то черно-золотая, что ли. Ну, в общем, прикольный наборчик. Эту посылку я заказывала в разделе с друзьями дешевле. Это обычный метр. Но он должен возвращаться. У меня был подобный, и он сломался. Вот решила заказать еще один. Это вообще для чего-нибудь всегда пригодится. Даже метраж, например, какой-нибудь померить, если мне нужна какая-нибудь тумбочка. К тому же мне нравится, что он мягкий. Можно и талию померить. Но лучше не мерить. Какая у меня тут большая как бы посылка. У меня здесь лаки от Lily Cute. Они у меня здесь все абсолютно разные, с разными эффектами. Решила взять попробовать все, ну потому что уже цветников полно, надо же каких-то эффектиков добавить. Я их не буду сейчас разворачивать, мы на выкраске их все обязательно посмотрим. Взяла вот такие безделушки. Цвет какой-то не очень, мне так кажется. Ну, в общем, такие всякие безделушки крепить на ногти. Я подобные брала, но тут еще какие-то звездочки, квадратики, в общем, есть. Всякая шушера. Ну, пускай будет для какого-нибудь декора. Пригодятся. Это втирка какая-то, она мне здесь, наверное, жемчужная. Тоже мы ее обязательно протестируем. Блестки. Куда же без блесток? Тем более у меня таких еще нет. Есть всякие, таких нет. Тоже надо попробовать. И уже всем известные вот эти вот гнущиеся полосочки. Возьмем попробовать. Их не хочет прям. Они должны тянуться. Тоже мы их посмотрим на типсах. Будут гнуться, не будут или будут рваться.
Какая-то у меня здесь пришла тоже жемчужная втирка. Или какой-нибудь единорог. Тоже мы ее посмотрим на типсах. Не буду гадать сейчас. Заказала вот такие мелкие бульонки. Они металлические. Такого цвета у меня еще нет. Так, это что у меня? Опять очередная металлическая зеркальная втирка. Не знаю, куда я их столько заказала. Бывает, знаете, как заказываешь в одном магазине, потом спустя время вспоминаешь, что у тебя такой нет, опять заказываешь, а потом, оказывается, заказала одну и ту же в нескольких магазинах. Это какой-то металлик здесь. Drawing Gel Polish. Так, ну здесь у нас какой-то жидкий металл. Тоже будем его смотреть. Он нереально жидкий. Просто вот как вода. Конечно, тут не особо много, но зачем его много надо? Тут у нас немаленькое тестирование сегодня получится. И прошу отметить, баночка очень красивая, хотя и пластиковая. И загулявшие у меня здесь адреналисы для лаки. Тоже 100 лет назад их заказывала. Хорошо закрыто, молодец продавец. Ну, такой вот прикольный цвет. А этот какой-то грязно-серый, что ли. Тоже прикольный. Давай выкрасим. Итак, приступаем к тестированию наших гель-лаков. У меня здесь их немало скопилось. Ну и самый первый от Lily Cute. Я так и не поняла, кстати, это гель-лак или лак, но это лак, который трескается. Я думаю, что все знают, как раньше, давным-давно, еще когда гель-лаков не было, продавались такие лаки обычные, и они создавали такой эффект. Ну, в принципе, тут то же самое. Следующий лак — это термолак с крупными блестками. После просушки в лампе он стал вот таким коралловым. Фиолетово-коралловый цвет. Вот вы можете видеть, как он уже охлаждается и приобретает уже фиолетовый цвет. Следующая у меня здесь нюдовая серия из 2 штук. Очень красивые нюдовые лаки с мелким шиммером. Очень красивым шиммером. Прям мне очень понравились они. Следующий тоже у нас идет термолак. Написано 3 цвета. Ну, я увидела только 2. Фиолетовый превращается в такой вот оранжевый. И коричневый превращается в какой-то розоватый. Я не увидела здесь 3 цвета. Ну, эффект есть. Что еще надо? Ну и последние серии гель-лаков от Lily Cute, которые мне пришли, это кошки. 2 обычные кошки. Я бы сказала, даже очень обычные. Ну, ничего себе такого особенного. Тонкий такой блик. Не очень, мне не понравились. А 2-е, так это просто бомба какая-то. Мне прям очень понравились. Там какие-то частицы хлопьев. Ну, в общем, какой-то прям космос получился. И 2-е кошки, да, они очень клевые. Вот перекрыла топом, посмотрите, как красиво смотрятся. Таких можно даже еще заказать. Следующее на тестирование у нас идет вот этот набор блесток неземных, каких-то звездных, голографических. В общем, я их втираю на подложку черную с липким слоем. If
Ну, что сказать, блестки достойные, очень красивые, красивый перлив, под топом еще лучше смотрится. Таких у меня еще нет, но вот теперь есть. Какие-то прям майские жуки у меня здесь на типсах. Красивые. Дальше идет у меня разведка вот этих втирок. Они у меня на вид оказались как бы одинаковыми, но на деле оказались разными. Втираю на белую подложку, втираю на топ без липкого слоя. Первая втирка у меня от Bon Pretty, вторая без названия. Ну, как можете видеть, что на белом, что на розовом фоне Bon Pretty смотрится не очень. Какой-то желтый налет. Но на черной подложке очень даже симпатично смотрится и Bon Pretty, и вторая безымянная. Ну и очередная зеркальная втирка металлическая. Ну, достойная зеркальная втирка, что тут скажешь. Приступаем мы к тестированию вот этого вот металлика, жидкого металла. Ну, конечно же, для рисования он не годится. Смотрите, как все расплывается, растекается. Никаких рисунках и речи быть не может. А линии, так это вообще как вода получается. Но при всем при этом все прекрасно просохло за 30 секунд. Вообще все вот эти каляки-маляки просохли. Но решила попробовать его как самостоятельный лак. Я не знаю, как это называется. Это не краска. Ну, титан, наверное, это называется. В общем, выкрасила на типсу. И очень даже красиво смотрится. И опять-таки просохло за 30 секунд абсолютно все. Такое можно использовать с витражом. Вот я решила попробовать взять малиновый витраж. И очень даже симпатично. Поэтому вот этот металлик используется только для таких целей. Ну, может быть, как самостоятельный, конечно. Так, тестируем гель-лаки от Венолиса. Коричневый. Он красивый коричневый. Коричневый как коричневый. Мне очень понравились они в нанесении. Очень быстро выравниваются, плотные. В один слой, смотрите, как ложится. Чудесный лак. Мне нравится. И второй такой серый с каким-то зеленоватым подтоном. Тоже хорошо выравнивается, пигментированный. В общем, вот эти лаки Венолиса мне очень понравились. И вообще ни одного плохого слова о них не могу сказать. Но они очень похожи на GD Coco. Я думаю, что это одна компания. Ну, смотрите, какие классные. Ну и приступаем к тестированию этих полосочек. Ну, сразу скажу вам, что полоски так себе. Я пыталась их как-то тут растянуть, натянуть, сделать овал. Но как-то все не очень. Она вроде бы согнулась, но образовалась сверху гармошка. В общем, полоски так себе. Ну, я решила попробовать полоску потоньше. Думала, что у меня что-то получится, но при попытках натянуть ее и согнуть, она просто провалилась. Поэтому я не могу рекомендовать эти полоски, потому что они какие-то бестолковые. Если только какие-то прямые линии сделать, то да, вполне возможно. Но вот в такие, которые я пыталась замудрить, конечно, не подходят. Ну и напоследочек решила здесь попробовать прицепить вот эти украшения. Вы знаете, очень даже красиво смотрятся и даже гармонично одни со вторыми. В общем, я тут на одну типсу решила целый дизайн смастерить. Ну, в принципе, вот и все тестирование, вот и весь обзор. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока! I only felt alive.